Друзья, этот ролик, он для того, чтобы поделиться с вами тем, что мы уже сделали. Да, у нас хватает проблем, боли, но вы посмотрите, сколько мы с вами сделали. Какое это счастье, какая это огромная радость. Я не знаю, я счастлива и благодарю вас за это. Потому что на фоне той боли, через которую приходится проходить, вот эта радость того, что что-то движется, что вот эти уже вывезены и спасены, 1000 собак, ребята, это огромное количество. Частный приют «Лохматая душа» единственный на всю Россию, у кого такое большое количество. Это потому, что мы не можем пройти мимо. Вы представляете, сколько мы с вами спасли? Друзья, вот так мы с вами начинали. Это первые вольеры. Первые вольеры. Это первые. Это первая линия вольеров. И благодаря вам, друзья, благодаря вам, уже 1000 животных перевезено. Я очень вам благодарна. Вы, не знаю, как вот кто другой относится, а для меня это такое счастье. Понимаете, я отношусь к ним, они мои дети. Вот, понимаете, дети, хоть у меня и есть дочери, и внуки, но вот эти ушастые, они мои дети. И я их очень люблю. Просто люблю. Друзья, вот этот ряд один, бытовки вот это вот сейчас, это второй. Мы сделали так много за этот год, за год, начиная с прошлого июня, мы сделали вот это с вами. Ребята, это очень много, огромная работа проделана. Смотрите, вот это второй ряд, и вот здесь третий ряд, а там за бытовками есть четвертый. Запланированных новых 12 вольеров. Два из них мы уже даже заселили сразу, выпустив детей из бытовки. 11-я бытовка полностью у нас сделана. Сделано очень интересно. Мы сделали вот такой проход, потому что здесь сделали 4 вольера. Вот такой проходик в эту сторону вольеры и в эту сторону вольеры. Здесь у нас мама с детками. Да, моя красавица. А вот там у нас самые-самые малюсенькие, да. Те, которых мы подобрали на помойке, они сидят одни. Ну, им тепло, хорошо, на свежем воздухе. Да, мои золотые. А вот так мы развлекаемся, видите? Да-да-да, есть кого облаять. Это те, кого мы вывезли из грязей, последний рейс. Мы вывезли 14 собак. Да, мои красивые? Мамины. Мамины, да, красивые мои. Да-да-да-да. Прекрати копать, чудовище! Да, мои золотые. Шелли. Ребята, Шелли у нас старушка. Она очень старенькая, но она спокойно доживает. Она нашли мы ее маленьким щенком на вокзале. А теперь наши старушечки уже почти 14 лет. Я потом покажу Шелечку поближе. Она сидит с детками, чтобы ее никто не обижал. Люди, мои хорошие, дорогие мои люди, я благодарю вас. Я начинаю говорить, а потом срываюсь, потому что, знаете, это так вот душу трогает. Это вот то, что вы помогли, отозвались и столько помогли сделать. Посмотрите, сколько мы деток спасли. Сейчас вот это два вольера, это наш карантин. Здесь у нас малыши, которые чихают и кашляют. Но мы их лечим. Вот синекот даем, сиропчики каждый день. Маленькие мои, они уже выздоравливают, друзья. Они уже выздоравливают. Да, мои хорошие. У нас еще есть немножко места. У нас, правда, мало, ну, мало, ребята, у нас материалов. Этого не отнять. И все-таки я хотела этот ролик сделать, чтобы сказать вам спасибо. Сказать вам спасибо и о том, как я вам благодарна. А еще скажи, что ты хочешь домой. Что? Иди сюда, солнышко. Ну чего ты? А, ну что ты называешь? Ты же красавчик у меня такой. Мамин. Красивый. Мамин, зайка моя. Да, мой золотой. Он очень говорливый.
красавчик мой. Красавчик мой. Маме, свет у тебя, конечно, шикарный. Но только никак мы не найдем тебе дом. Жаль. Красивый ребенок. Скоро найду. Скоро обязательно найду дом. И тебе, мое солнышко. И тебе, моя кроха. Мамины дети. Ты медвежонок мой. Ты мишка косолап. Будет очень крупный ребенок. Очень крупный. Да, ребята. Да, мои золотые, да. Друзья, сколько сделано. Вы посмотрите, сколько уже сделано. Это потрясающе. Все, друзья, у нас закончились бытовки. У нас закончились бытовки. И дальше. И места осталось мало. А нам вывести надо еще 300 собак. Нам надо всего лишь 5 бытовок, чтобы закончить полностью ряды вольеров. Если у вас есть возможность, отзовитесь. Может быть, кто-нибудь сможет подарить нам бытовку БУ. Мы недавно купили сетку. Смотрите, мы сделали новые каркасы. У нас есть немножко труб. Профиля, правда, совсем немного тоже. Но, друзья, если бы не вы, у нас бы не было и этого. Друзья, благодаря вашей помощи мы сумели построить около 130 вольеров. Это огромное количество и огромная цифра. 130 вольеров, друзья. Но нам надо построить еще около 40. Для того, чтобы битком собаки не были набиты, а чтобы они жили по 3-4 в вольере. Это нормально для проживания. Большая стая – это опасность того, что могут подраться. Когда собак меньше, они хорошо дружат и уживаются. Дорогие мои, от всей души, от всего сердца, я так вам благодарна. Я очень хочу, чтобы вы это поняли. Как я вам благодарна. Как я вам благодарна, родные мои. Мы такое огромное дело сделали. Благодаря вам, всем моим подписчикам, всем, кто находился все эти годы рядом, всем, кто только присматривается к нам. Ребята, милые люди, дорогие мои, девочки, мальчики, спасибо вам, мои хорошие. Спасибо вам, спасибо вам. Я желаю вам только счастья, только добра, благополучия и крепкого-крепкого здоровья. Спасибо вам, родные мои. Спасибо вам за то, что вы сотворили. Это чудо. Чудо, лохматая душа. Не могу, я тронута до слез. Я так хочу вам сказать хорошие слова, а горло перехватывает. Я так люблю вас, мои хорошие. Спасибо вам. Спасибо вам.